Всем привет, ребят, меня зовут Никита. Сегодня у нас анбоксинг Easy 350. Это те кроссовки, которые вышли в эти выходные, и Антон приобрел их и выиграл лотерею. И я пригласил его рассказать об этих кроссовках, потому что у него были предыдущие версии 350 и 750, и он хорошо понимает различия и сможет вам сделать анбоксинг и все показать, рассказать. Погнали! Привет, сегодня я расскажу про новые Easy, которые у меня получилось купить в одном из российских магазинов. Вот, это уже мои третьи Easy Boost. До этого обычно я покупал всегда их в интернете, но сейчас мне немножко повезло. Вот, и я выиграл право на покупку этих кроссовок здесь, в Санкт-Петербурге. Первое, что изменилось, это новая коробка. Если раньше брендинга практически не было, он был минималистичен и расположен на торцах, то теперь мы видим крупный брендинг буквально с каждой стороны, только вот видите, вот только эта сторона осталась пустой. Здесь размерник, здесь появился принт Boost, здесь номер модели, и здесь, собственно, то, кем это сделано. Коробка стала выдвигаться как ящик. Ну, а кроссовки здесь по-прежнему лежат в бумаге. Новая расцветка называется Белуга и выполнена в двух цветах – Stealth Grey и Solar Red. Кроссовки сделаны из материала Prime Knit и подошва сделана с технологией Boost. Основное отличие новой модели – это появившийся принт с аббревиатурой SPLY, которую расшифровывают как Saint Pablo Loves You, Stupid People Loves Easy или просто Supple. На самом деле вариантов очень много, какой из них истинный, трудно говорить, но вы присылайте ваши варианты расшифровки в комментарии. Как и в первых вариантах модели, здесь по-прежнему присутствуют шнурки Row Places. Задник у новой версии стал выше, гораздо выше, а петельку с пятки убрали. Зато добавили брендинг с тремя полосками внутрь кроссовок. Еще одно важное отличие новой модели – это отсутствие замшевых вставок на боковых сторонах кроссовок. Из-за этого дизайнеры увеличили подошву в этой области, чтобы она лучше фиксировала ногу. Сама подметка стала полупрозрачной, а дизайн протектора потерпел небольшие изменения. Теперь появилось больше отверстий, через которые видно технологию Boost, а брендинг Adidas переместились с середины на мысок. Сама подошва стала толстой, она стала выше и стала разделенной. То есть теперь у нее как будто midsole и outsole подметка появилась. Стельки не претерпели изменений, здесь по-прежнему расположен брендинг. Зато внутри кроссовки стали сделаны по-другому. Теперь мы видим отверстие, через которое видно Boost, как на кроссовках NMD, а шов отсутствует. Теперь подошва пришивается иным образом. Снаружи у кроссовок интересный эффектный паттерн, а внутри они почти полностью оранжевые. За счет этого на сером материале также имеются вкрапления эти яркие. Помимо прочего, кроссовки очень хорошо технологически сделаны, то есть они имеют укрепленную вставку на мыске, чтобы они не рвались, и интересные вот такие вот подушечки на пятке, что тоже, наверное, очень удобно. Подводя итоги, хочу сказать, что эти Easy мне нравятся больше, чем предыдущие 350-е. У меня были черные Pirate Black, и они были, конечно, хорошо сделаны, но новая расцветка стала эффектней, и, в принципе, изменилась сама форма модели. Она стала более агрессивной, и мне это нравится куда больше. Спасибо Adidas за то, что они продолжают делать коллаборации с Kanye West. Я думаю, все любят эти релизы, потому что на них можно хорошо заработать. Вот, наверное, наш обзор закончен. Всем пока!